Привитание, з вами не Елена Васильева, а канал Менавіта Онлайн. Мы уже згадывали про то, что в Украину бягуть многие з тих, кто у нас не Майдан, не хотим, як во Украине. Что робить больше з их? Яны подають документы на статус и намагаются з'ехать у Польшу, Литву, Чехию. В сувязи с гэтым миграционная служба Украины фактично протягнула термин разгляда для белорусов пытання атрымання статусу. Бок ты, кто связывает свой дальнейший лёс менавіта с этой краиной, дякуючи своим же неверогодным сугромадянам, вымышленные теперь находятся в подвешенном стане значно дольше. Дякуй великий.